Всем привет-привет, с вами Аня Кононова. Вещаю из номера в Абхазии. Захотела вам показать по вашим просьбам, что мы на этот раз взяли в Абхазию. Количество коробок и вообще заказанного показывать не буду, исходя из прошлого опыта. Но расскажу вкратце, что вот сейчас у меня есть. Какие уходовые средства я взяла, какие мне нравятся. Итак, первое, что я взяла и ношу всегда с собой, это несколько штучек легендарного кислорода. Это восстанавливающий активный спрей с артикулом 0256. Про них вот рядышком будет хорошая аннотация. Там вы можете поставить на паузу и почитать все, что вам хочется. Далее тестирую наш новый крем гиалурон с артикулом 2820, гель для умывания, вернее, прошу прощения, оговорочка. В принципе, он классный, консистенция хорошая, пенится здорово. Я на него уже снимала обзор и вот решила взять с собой. Идет 150 мл, пока что кожу мою не сушит, ничего, но я ж опять на акклиматизации. Взяла зубную пасту для мгновенного снижения чувствительности зубов с артикулом 1657. Ночью тут холодно, мы ходим в курточках, днем тут жарко, мы купаемся, в общем... Зубам тоже это не на пользу, когда мы что-то холодное пьем, едим. Поэтому 1657 это мой фаворит. Ну и, конечно, наши зубные щеточки черненькая и беленькая. Мы сняли 4 домика, мои друзья, няня с дочкой и мы с Антоном. Я семья Кононова сняла 3 домика. Я сейчас нахожусь в своем санузле. Ну, у нас тут совмещено душ и вот такой вот в таком деревянном стиле, да, душ-туалет совмещен. И вот такие зубные щеточки у меня тут стоят. Далее. Конечно же, мой любимый дезодорант. Не могу без него. Артикул 8648. У него обалденный просто аромат. Я считаю этот аромат унисексом. Он идет со освежающей мятой, молочными протеинами. Очень-очень мне нравится. Так как мы купаемся, взяла водостойкую тушь с собой. Косметичку покажу в следующем обзоре. Потому что я буду тут проводить вебинары, прямые эфиры, делать макияж. Все буду делать вместе с вами. Поэтому вот такой вот двухфазный тоник. Я его сейчас взболтала. Это наклейка обычная, это не от Faberlic. Просто я их взяла 5 штук и каждый раз беру разные. И решила пометить, чтобы сначала это дорасходовать. С артикулом 1242. Вот такое вот двухфазное средство для снятия макияжа, именно водостойкого. Мне очень-очень нравится. Далее, конечно же, гель для интимной гигиены, мой любимый, с артикулом 8722, кольцевая лампа. Новая, мы забыли лампу. Купили кольцевую лампу, и она так сильно светит, что мне прям нереально. Любимый мой шампунь. Уже им воспользовалась перед отъездом. Скажу честно, что не совсем цвет мне понравился, потому что 2 раза подряд уже видите оттеночек такой какой-то сероватый. Ну, ничего страшного, я думаю, что все будет хорошо, в следующий раз обычным шампунем вымоюсь, просто в сумках неохота было искать. Этот шампунь, он мой фаворит, я его просто обожаю, потому что он убирает всю желтизну. Артикул 2710, он идет такой ярко-фиолетовый и действительно стоящий. Сегодня я воспользовалась классной масочкой Арису для волос, артикул 7726, 150 мл, но мне ее примерно хватает на 3 раза, на среднюю длину волос. Хорошо ухаживает, делает волосы мягкими. Мне она очень нравится, эта масочка. Далее бальзам восстанавливающий. Тоже его очень люблю. Он у меня еще не начат, такой вот, но он не красит. Это идет к линейке Blond Icon. Это одна и та же линейка Blond Icon. Но этот бальзам, он идет как восстанавливающий. Артикул 2711. Очень-очень нравится мне. Беру его уже, вот как вышла серия Blond Icon, я его все время беру. Далее, вместо геля для душа в этот раз мы решили израсходовать вот это вот завалявшееся мыло у нас. Скажу честно, мыло понравилось. Понравилось еще дома. Артикул 7836. Ну и, если честно, экономнее в сумке. Не надо брать кучу гелей для душа. Мыло действительно мне понравилось. Оно обычное. Оно натуральное. Это натуральное кусковое мыло лаванда и инжир. 90 грамм. Оно большое, очень-очень приятное мыло. Я прям от него в восторге. Оно у меня в душе уже лежит. Я его не понесу. Так, что ж я еще взяла? Взяла 11 в одном бьюти бальзам. Вот такая вот упаковочка. С артикулом 8848. Почему 11 в одном? Тут просто очень широкий список, что он делает. Он и восстанавливает активное питание, увлажнение, блеск, шелковистость, термозащита, мягкость, гладкость. Действительно, он классный. Я его наношу немного, вот таким вот образом, на влажные волосы, совсем чуть-чуть. Распределяю по ручкам и начинаю ухаживать за волосами. Обычно делаю таким вот образом, а потом сушу феном. Ну, я немножко подгорела сегодня, не обращайте внимания. Получается отличнейшая, просто отличнейшая термозащита. Расчесываю потом волосики. Удобно, удобно следить за собой.
все удобно. Тоже много-много лет его беру и вам советую. Запах нежный, легкий, он волосы не спутывает, не утяжеляет, все отлично. Обычные волосы просто вот защищенные. И летом, и зимой из-за того, что идет термозащита, можно легко таким образом ухаживать. После бальзама я наношу еще вот эту вот термозащиту всегда, потому что действительно он хорошо работает. И он такой какой-то, знаете, долгоиграющий, его надолго-надолго хватает. Ну, если вот таким образом наносить, потом расчесывать. Конечно, если больше наносить, то он может сделать волосы жирными. Нет, я наношу немножко. Ухаживаю совершенно совсем чуть-чуть. Так, из парфюмерных вот я в этот раз взяла не Faberlic Lacoste. Захотелось мне побаловаться. Прям очень-очень люблю и эту водичку тоже. Дальше очищающее молочко для всех типов кожи. Это мой недавний must-have с артикулом 0971. Просто наношу на ватный диск. Таким вот образом просто наношу на ватный диск. Обычное такое молочко. И ухаживаю за лицом. Мне все нравится. Я, в принципе, довольна. Прямо вот, видите? Оно, ватный диск, не проникает и очень удобно получается за собой следить. Я сначала его наношу. Вот. А потом уже тонечко протираюсь. Он убирает все виды загрязнений. У него такой, ну, вот этот вот виноградный аромат. И оно, вот мне кажется, что как раз не хватало именно этого этапа. Потому что такое ощущение, что без него у меня все время какое-то раздражение на коже, потому что кожа очень белая и чувствительная, и сухая. В общем, мне сложно со своей кожей, по идее, совладать было всегда. Но у меня чуть что, сразу прыщик. И вот такую маску я взяла. Хорошо, что не просвечивает, вот столько уже осталось. С артикулом 0467. Это маска очищающая, 4 в 1. Она отшелушивает, выравнивает кожу, глубоко очищает поры, контролирует избыточное выделение сипума, дарит ощущение комфорта. В жару, на отдых отлично. Конечно же, у меня есть проблемная зона подбородок, поэтому я тут побольше, получше обрабатываю. Господи, как нос-то подгорел. Взяла еще мицеллярную водичку с артикулом 0972, но я ей еще пока тут не пользовалась. Вот мы тут, получается, с 8 числа. Уже третий день пока не пользовалась, потому что пользовалась для снятия водостойкой. Взяла пару тоников, тот и другой. Вот этот у меня один остался, а вот этих еще много. Поэтому буду тратить по очереди. Так, у гиалуроники артикул 2821. А у Renovage артикул 0779. Конечно же, мне больше нравится гиалуроника, но когда этот тоничек был по акции, я его много заказала. Вот я наношу сразу на 4 ватных диска всегда. Почему? Потому что зона декольте у меня тоже всегда на уходе, потому что уже возраст такой, что не позволяет расслабиться. Уже все, уже пора за собой следить. Так, цепочку мне неохота снимать, поэтому снимать не буду. Хорошо, тут рядом ведро, удобно. Такая красота. Угу. Тут такая холодище вечером была, и мы не знали, что кондиционер можно перенастроить на тепло. Знаете же, бывает кондиционер, который, ну, нельзя настроить, какие они уже есть. И я таким вот образом профукала свое счастье. И, если честно, мне было до такой степени холодно, я так сильно мерзла, что я просто уже ничего не стала делать. Так, сыворотка для лица. Сыворотка. А вот крем для контура глаз и губ еще такой вот взяла. С собой артикул 0655 Ван Вик Миракл. Очень нравится консистенция, вкус, цвет, аромат. Вот видите, еще тоже ни разу не воспользовалась. Чем нравится? Тем, что он действительно классный. У меня как раз сегодня губы очень сильно обветрили. И я из-за этого переживала. Вот даже сейчас немножко защипала их. Надо наоборот. Лена Корнеева сказала наоборот. И тогда морщинки все стираются. Красота. Вот
Так, где-то еще взяла с собой кислородный бальзам. Но мы что-то сразу на обед, сразу туда, сразу сюда. И как-то вот еще сумки не все разобрали, если честно. Нам хочется везде, а сумки не разобраны, так и лежат. Так, далее пошла у нас с вами сывороточка. Очень крутая сыворотка для лица против всех видов морщин. Артикул 0653. Очень тоже мне нравится. Она уже идет такая вот прозрачная. Ее я лью, не жалею. И утром, и вечером. Вот она, видите, потекла. Ее я нисколько не жалею. Вот еще будет кислородный бальзам. О, найду свои гуаши. И совсем все будет отлично. Потому что гуаши я тоже, вот, к сожалению, где-то в сумках найти не могу. А мы же приехали не одни, с бизнес-партнерами, с директорами, с нашей структуры, тут отдыхаем. И мы, конечно же, болтать, гулять. И, конечно, досиделись до того, что уже ночь. Каждый день сидели до ночи. Но из-за того, что холод, мы все не смогли, все четыре домика, разобраться в кондиционере. И почему-то не могли подойти к хозяйке. У нас получилось таким образом, что я подпростыла немножко. У меня вчера была температура, но на момент съемки видео я понимаю, что видео сразу не выйдет. Потому что у меня наперед очень много контента создано. И вы представляете, а у Макса вообще температура 38 поднялась. Вот они просто заболели. Жена у него не заболела. Муж у меня тоже не заболел, мы с Максом немножко похворали, но сегодня у меня уже все, температуры нет, хожу в душ, все нормально. Акклиматизация прошла успешно, потому что я пью живицу. Я с собой взяла живицу, омегу-3 форта, С-комплекс, пока масочка впитывается. Нашла я свой кислородный бальзам, самый-самый мой любимый, артикул 5806, он крутой, его надо было наносить первым слоем, с завтрашнего дня начну. Ну вот что делать, потерялся, я его очень-очень тоненьким таким слоем наношу всегда, перед всеми кремами, но очень он мне нравится. Я думаю, даже сейчас можно нанести, я не наврежу. Вот совсем чуть-чуть беру таким вот образом. А, муж мне подсказывает, спасибо. SPF 30 вот для лица, SPF 50 для лица мы взяли. SPF 50 полностью у Вики в номере, артикул 2783, потому что у Вики витилиго. Мы пользуемся SPF 30. Вот сегодня нос подгорел, я просто не намазалась, если честно. Я думала, мы будем ходить по рынку, а на рынке очень-очень мало. На рынке очень-очень мало солнца, и я решила, что ничего со мной не будет, ничего со мной не случится. И та-дам-ба-дам, на тебе горелый нос. Ну ничего, я сейчас даже бальзамчиком могу побольше помазать. Знаете, каким? Вот бальзам «Первая помощь». Вот так немножечко, чуть-чуть нанесу и подожду немножко, пусть он повпитывается. Или даже нос сегодня не буду трогать антивозрастными кремами, потому что бесполезно его трогать. И вот вы знаете, вот этот вот крем «Первая помощь» сразу же снимает жжение, даже вот от укусов комаров. Вообще шикарно. Все вот так вот прям потолще нанесу на свой любимый носик. И все будет хорошо. Конечно же, санитайзер обязательно 17.02. Новая волна ковида, да и не только ковида. Когда я увидела, что в компании Faberlic выпущены были антипаразитарные средства, я начала читать. Оказывается, эта вся ерунда, она прям есть у всех. Вот, поэтому нужно действовать. Взяла дневной и ночной крем. Ночной крем для лица, лифтинг и восстановление. У него тут очень большая, крутая аннотация, поэтому проще вам тут почитать будет про него. Артикул 0652, 50 мл. Он идет в таких вот, в картонной коробочке и вот в такой вот пластиковой штукенции. Мне очень нравится. Единственное нарекание, очень мелко написано и сложно понять, ночной, дневной. Но когда открываете, видно, где ночной, где дневной, нет лопаточек, поэтому лопаточку я взяла из патчей. Вот ночной он более такой желтоватый, а дневной он более такой светленький. Артикул у дневного. Смотрите, какая коробка. Это мы так ее довезли в таком ужасном состоянии. Дневной крем для лица. Вообще, он идет еще и SPF 15. Поэтому с утра его классно наносить. Артикул 0651. То есть у него идет менее такой желтоватый оттеночек. Тоже взяла с собой все новенькое. И он уже такой... Ой, какой приятный аромат. Вообще, очень приятный крем. Решила воспользоваться антивозрастом, потому что солнце, ветер, кстати, мы, потому что на самом берегу находимся, спим под шумбол,
И сегодня я буду наносить именно с артикулом 0654. Это маска для лица, шеи и декольте ультра лифтинг. Буду ее наносить. Завтра, может быть, днем еще сделаю вот такую вот масочку. Тут, к сожалению, артикула я не нашла. Это маска Кика, возрождающая маска для лица. Ну, вот то, что у меня было, в принципе, вот я то и взяла. Она у меня уже наполовину израсходована, но я ее решила тут дорасходовать, потому что роль сыграли то, что пластиковые, они тяжелые. Мы летели на самолете, хотя в пятером мы могли взять и 100 килограмм, но 100 килограмм мы решили не брать, решили сэкономить. Она тоже такая вот приятная, желтоватая. Запах мне тоже очень-очень нравится. Буду наносить много, потому что пару дней вот так вот болтали. Я обухалась, уставшая спать, поэтому у меня накопилось проблем на лице. Сегодня его и чистила, и все. Поэтому нанесу побольше. Пусть личиком покайфует. Я думаю, что бальзамчик уже на носу поработать. Единственное, боюсь, что будет жечь. Но вроде бы не жжет. Она сначала идет такая белесая, как мазь. Но в итоге почему-то впитывается как потом, как обычный крем. Как будто ее и не было. Вот. Еще я очень-очень люблю, когда я наношу вообще все маски по совету Римы Корнеевой. Ну, особенно это хорошо работает с глиняными масками, но мне нравится наносить еще кислородный бальзам. Немножечко, потому что написано вообще везде, что он усиливает действие любого крема, так же, как и кислородный бальзам. И действительно приятнее, вот когда нужно, намного-намного приятнее. Смотрите, все съедает. Кожа, ты жадина. Видите, какая кожа жадина. Ой, елки зеленые. Ну ладно. Скажет, не следила за мной хозяйка много-много. Долго-долго не следила. Угу. Ну, он впитывается. Что толстый слой, что тонкий слой. В принципе, одинаково. И вот эта вот белесость, она, по идее, долго вот не исчезает. И вот где-то у меня в сумке эти гуашики, я их потеряла. Обычно я пока гуашиками делаю, я сразу двумя делаю, то мне очень нравится наносить потолще, чтобы мне хватило время на массаж. Но тут, к сожалению, куда-то я их подевала. Муж, может, ты мне поможешь гуашики найти, а? Он сейчас скажет, что ты материшься, я таких слов не знаю. Розовые такие штуки. Такие. В розовом мешочке. Две. Вот, с гуашками, конечно, все идет получше. Нашел? Ой, умничка какой. Они из рук выпадут, руки жирные. И вот пока я делаю таким вот образом, брыльки прорабатываю, вот тут прорабатываю. Обязательно. Мне крема надо много, чтобы 10 раз его не наносить. Я сначала, как-то, знаете, вначале, да, делала экономно всегда и все. Но потом, когда ко мне пришел массажист, он брал мой крем. Ну, я попросила взять мой крем. Вот этот вот, кстати. Туда добавлял виноградное масло, все такое прочее. Очень много всяких масел еще туда капал. И наносил толстующий слой на меня. И я так лежала минут 5-10, а потом он приходил и начинал вот руками все мышцы на лице прорабатывать. В принципе, ну, ближе к 40, очень удобная штука в таких вот условиях. Ну и, честно, гуашиками я не пользуюсь практически дома. Пользуюсь, но очень редко. В основном, когда я прохожу курс массажа, то мне мастер делает массаж на лицо. И, в принципе, тогда все и выпрямляется. Ну, вот пойду в душ, цепочку заодно постираю. Но трогать абсолютно не буду. И, может быть, еще на самую на ночь. Сейчас вечер у нас, на самую на ночь протру тоником. Подбородок можно как угодно, что угодно. Главное, вот эту щитовидку тут не трогать. Кольца Венеры у нас у всех с детства. А так, в принципе, очень хорошо разглаживает. Особенно вот тут вот. Я очень люблю жестикулировать бровями. И сзади реально такая усталость. Просто сильнейшая усталость. И очень-очень-очень приятно поделать массажик.
и очень хорошо убирается гуашками все вот эти вот морщинки. Я и так руками делаю, но гуашками лучше получается, как-то больнее, жестче, и эффект лучше виден. Вот сразу же взяла себе два, потому что удобно. Вот когда крем наносишь потолще, кажется, ой, какой ужас, как неэкономно. Вот кто-то мне недавно писал, когда я показывала, но на самом деле неудобно у нас с вами, когда не хватает крема на массаж. Вот так не всегда хватает. И я прям чувствую, вот тут тоже, конечно же, мне жжет, пощипывает, поэтому не буду сегодня делать гуашиком. Пусть лучше кожа поуспокаивается. Может быть, еще протру кислородным бальзамом, помажу, посмотрите, что со мной. Вот что значит покапризничать и не взять с собой SPF-ку. Ну, лицо, оно как бы все время у меня было, но оно же намазано было SPF 15 хотя бы, а вот тут что-то вот, видите, пошло не так. Хорошо так припечаталось, прижглось, то есть спина как-то вот сохранилась, а тут вот, видите, какой сильный резкий загар. Вот поэтому вот эти вот гуаши я вам очень рекомендую. Удобно, классно, и чувствуется, знаете, такая слегка такая вот боль, как будто вот вы, да, запустили ленту. В принципе, когда вы вот начинаете вот это все разглаживать, я даже почувствовала, что у меня в этих местах стало меньше морщинок. Почему? Потому что я все время антивозрастными кремами, получается, мажу, смазываю фаланги пальцев. И вот тут потом, если вы массаж проделали, обязательно вот эту вот лимфу выгоняете до самой ключицы, только уже нежно. Если тут сильно делаете, то вот тут уже нежно. Межбровку мне пока вот так хватает порастирать, но на самом деле ее по-умному надо вот так вот щипать, защипывать. И когда вот в это место все время вот щипаете, пытаетесь, вернее, защипать кремовыми руками, то вы, ну, как бы прорабатываете вот эту вот мышцу и меньше вот эта вот морщинка. То есть я пару дней массаж не поделала, я скажу честно, скукожилась, потому что сколько кремами вы не пользуетесь, если у вас были какие-то стрессы, перелеты. Вот я очень люблю смотреть из окна самолета, но я ужасно боюсь летать. И в связи с этим я прям вот, знаете, прилетаю, на следующий день просыпаюсь, я просто вся старая и отекшая, потому что мне очень страшные перелеты. И мне сколько раз писали: вы что, с похмелья, что ли? Ребят, я вообще никогда не пью, вообще. Поэтому я считаю, что нужно просто вовремя все разглаживать, и тогда меньше придется ходить к массажисту. Вот еще, кстати, одно средство, которое я буду пробовать, это крем для бюста. Не смейтесь, тут до такой степени крутая аннотация, артикул 2506, вы просто почитайте. Это просто кладезь для тетушек 40+. Ну да, мне скоро 39, я как бы возраст свой не скрываю. И почитав, я поняла, что этот крем для тела мне нужен. Я буду не бюст смазывать, да, как говорится, не за бюстом ухаживать, а полностью за всем телом, включая и бюст. В принципе, раньше я любой крем, когда наносила, я и бюст не обходила стороной никогда, потому что чего это я все намажу, а это нет. Вот, хороший такой по составу, он и делает кожу эластичной, и разглаживает, там куча всяких масел, ну, практически антивозрастной, хотя он как антивозрастной не заявлен, поэтому вот буду сейчас пользоваться им на все тело. Запах у него, но, ребят, слава богу, никакой, потому что это все-таки BSC. BSC позиционирует себя как супернатуральная, да, как супернатуральная. Из-за того, что она супернатуральная, у нее часто бывают неприятные ароматы. И вот скажу, что да, вот так вот я сейчас разнесла. Ну, чувствую слегка, знаете, такой кисловато-горьковатый привкус, но он такой еле-еле уловимый, что я думаю, что я не его... Нет, я его не почувствую. Нет, меня не раздражает. Это очень-очень хорошо. Видите, уже успела поджариться. Тут белое, тут уже розовенькое. Ну вот, в принципе, пока все. Еще взяли гель для стирки цветного. Ну, в общем-то, взяли еще очень много, но оно еще не распаковано. Позже еще для вас сниму немножечко обзоров. А пока спать. Всем пока-пока.